Мы продолжаем разговор о истории Русской Православной Церкви. И следующий период, на который мы обратим с вами некоторое внимание, это период монголо-татарского ига. Мы уже говорили, что русская церковь, возникшая в результате такого крещения сверху в основном, в результате, когда княжеская власть обратила страну в христианство, находилась в не очень простом состоянии, потому что чрезвычайно были распространены обредоверия, воеверия и прочие сложности, унаследованные от предыдущей языческой жизни. Однако ситуация во многом исправилась как раз благодаря монголо-татарскому нашествию. С одной стороны, монголо-татарская ига, монголо-татарское монголо нашествие было, конечно же, трагедией для русского государства, потому как если до этого нашествия Русь была в числе передовых государств Европы, по крайней мере, на таком же культурном уровне, на таком же там, техническом, экономическом и так далее уровне, то в результате очень длительного периода нашествия многое было потеряно, и государство существенно отставало от многих других государств и в культурном, и в военном и в экономическом отношении. И вот этот вот разрыв, его очень непросто потом было преодолеть. Были потеряны многие люди, потому что когда началось нашествие, когда боролись с захватчиками, как раз, может быть, наиболее смелые, наиболее активные, они в большей степени гибли, те, которые трусили или там, были готовы приспосабливаться, они чаще сохраняли свою жизнь. И был такой вот отрицательный отбор населения, который, конечно же, не служил на пользу государству. Плюс дань, плюс оброк, плюс связанные с этим трудности, плюс монголо-татары угоняли многих талантливых людей в плен, чтобы они работали на них угоняли женщины и, в общем, создавали очень много проблем. Еще, может быть, один момент важный, связанный с пониманием нашествия. Когда монголо-татары пришли на Русь, то монголо-татарское войско по своей численности уступало войску, которое могла бы выставить русская земля. И в техническом отношении они не превосходили русское войско. Но особенность была в том, что на Руси в то времена была чрезвычайная раздробленность. Каждое княжество существовало само по себе. И, собственно, когда монголы татары захватывали какое-то из княжеств, не только его не поддерживали, но зачастую соседи и радовались тому, что их враги, их конкуренты оказались в таком незавидном положении. Потом приходила их участь. И так постепенно за счет раздробленности княжеств практически вся территория была либо завоевана, либо оказалась данниками монголо-татар. И в те времена когда пытались уже осмысливать, что же случилось, пытались осмыслить последствия этого нашествия. Осмысление было во многом религиозное, осмысление было во многом как Божие наказание именно за раздробленность, за отступление, за нечестие. И с одной стороны, вот эти мысли, с другой стороны, обращение к Богу достаточно естественное в тяжелые времена. И это всегда так происходит, когда у людей большие проблемы, они в большей степени задумываются о Боге. Вот это все привело к активизации религиозной церковной жизни. Язычество, может быть, было плохим ответом на переживания того времени, и христианство было ответом гораздо лучшим, гораздо сильным, гораздо более эффективным. Поэтому то, что было катастрофой для Руси как государства или катастрофой для Руси как общества, было достаточно хорошо для русской церкви и способствовало углублению веры и развитию веры. Еще этому способствовала и религиозная политика монголо-татар. Она была такая двоякая. Во-первых, еще Чингисханом в Ясах был сформулирован принцип, что нельзя трогать веру завоеванных народов. Это такой опыт большой завоеваний. Люди гораздо охотнее умирают за веру, чем за какие-то другие реалии. И поэтому завоеванным народом монголо-татары позволяли исповедовать свою веру, и более того, были некие преференции в отношении религиозных структур, в том числе и в отношении православной церкви на территории Руси. Она была освобождена от налогов, она была таким независимым субъектом права, и Монголо-татары непосредственно епископам церкви выдавали ярлыки, позволяющие осуществлять какую-то деятельность. Поэтому для того, чтобы ослабить напряжение, для того, чтобы снизить вероятность восстания, монголо-татары потоворствовали, благо, ну, создавали какую-то благоприятную среду для религиозной жизни. И это позволяло церкви развиваться, это привлекало к церкви людей, это позволяло церкви аккумулировать какие-то ресурсы. С другой стороны, здесь был не только интерес, связанный с предотвращением восстаний, мы чуть-чуть уже упоминали об этом, был монголо-татар и другой интерес. Им важно было развитие именно православной церкви как некой альтернативы церкви западной церкви католической. Дело в том, что Европа, ну, католическая в основном Европа того времени, была серьезным противником для монголо-татар. Если Русь они завоевали что была ведь попытка завоевать Европу, но ничего у них не получилось, и европейские армии оказались достаточно сильны, чтобы остановить нашествие. И поэтому Европа оставалась серьезным врагом, и для монголо-татар было бы чрезвычайно невыгодно какое-то соединение Руси и Европы, а религиозное различие, когда там католический вариант верований, здесь православный вариант верований, это была дополнительная гарантия того, что этого соединения не произойдет. И может быть самая интересная иллюстрация всего этого, это деятельность Александра Невского. Вы знаете, слышали это имя, не так давно, пару лет назад, был конкурс «Имя Россия», и выясняли, кто же самый значимый, по мнению там, телезрителей, в, на Руси человек. Одно время по результатам голосования побеждал Сталин, вы помните, и с существенным опережением он двигался. Потом вдруг бах, все переменилось и победил Александр Невский. Осталось сомнение, конечно, действительно ли он победил честно или просто не очень хотелось, чтобы такое имя, как Сталин, стало именем России. Но тем не менее, по крайней мере, имя Александра Невского достаточно значимо, оно так на слуху. Но вот любопытный вопрос, чем прославился Александр Невский, и более даже любопытный вопрос, собственно, почему Александр Невский святой. Ну, конечно, он завоевал, воевал за Русь, за русскую землю, но в чем заключается его святость? И вот здесь интересный момент, касающийся его, прежде всего, политического выбора и стоящего за этим религиозного выбора. Александр Невский Князь новгородских земель, новгородские земли не завоевывались непосредственно монголо-татарами, они были обложены данью. но в отличие, например, от Киева и других городов, которые были завоеваны, полностью разрушены, все-таки на эти территории, на Псков, Новгород и так далее, северные земли, там не было как такового нашествия, там было просто подчинение. И вот новгородские земли, они оказались в очень специфичном положении, фактически они находились между Ордой и Европой. И у Александра Невского был политический выбор. Он мог заключить союз с Ордой, и в некоторых случаях это предполагало войну против Европы. Он мог заключить союз с Европой, и это бы предполагало войну с Ордой. И вы знаете, что союз был заключен с Ордой, и он воевал там со шведскими, там с немецкими рыцарями. Помните знаменитое сражение на Чудовом озере? Ну, правда, историки спорят и сомневаются, было это или не было. Но в любом случае конфликт с Европой был. Конфликт с Европой был, и войска Александра Невского воевали с рыцарями, которые были рыцарями религиозных католических орденов, при этом заключая союз с язычниками, или потом, или часто мусульманами, монголо-татарами. А если бы, ну, мы можем попытаться порассуждать так, об истории в сослагательном наклонении, хотя это, конечно, дело неблагодарное, если бы Александр Невский сделал другой выбор, если бы он искал союза с Европой и воевал против монголо-татар, может быть, была бы одержана определенная победа, но это привело бы к тому, что Русь, в конце концов, приняла бы западный вариант веры, и у нас была бы не православная русская церковь, а католическая русская церковь. И в этом отношении то, что сделал Александр Невский, очень значимый шаг с православной точки зрения. Фактически, благодаря его политике, Русь до сих пор его дня является православной, и хотя бы даже в этом смысле он может рассматриваться как святой православной церкви. Политика Александра Невского, выбравшего сторону орды, а религиозная политика самой орды, способствовавшая развитию религии, и тяжелая ситуация, в которой оказался народ, все это постепенно способствовало укреплению православной церкви, и православие становилось все более серьезным явлением на территории Руси, все более глубокая вера проявлялась в народе. Как следствие, как, не как следствие, как такое показа доказательство, Углубление веры в эти времена можно указать, например, развитием миссионерской деятельности русской православной церкви. По крайней мере, с XIV века начинается активная миссия среди языческих народов. И, может быть, здесь просто как иллюстрация можно вспомнить святого Стефана Пермского, который занимался просвещением пермян и зарян который проповедовал среди этих народов, который создавал азбуку, который переводил, так же, как в свое время Кирилл и Мефодий, писания, богослужебные книги на эти языки, и, в общем-то, способствовал обращению этих народов. Происходит миссия среди северных народов, и постепенно уже православие распространяется на гораздо большую территорию. И вот это вот побуждение к миссии, желание к миссии, оно демонстрирует, что вера осмыслилась достаточно глубоко и воспринималась как ценность, которую стоит распространять. В это же время бурно начинает развиваться иконопись. Вы помните, может быть, в 14 веке живет один из величайших иконописцев русской церкви Рублев, и создается очень мощная школа русской иконописи. В это же время формируется архитектура типичная, православная. Если говорить об архитектуре византийской, вы, может быть, видели какие-то изображения византийских храмов. Храм Софии в Константинополе, который вот, как храм, к сожалению, сейчас не используется. Это строение, которое... Ну, представляет себе огромный купол, символизирующий небо, и такое достаточно широкое, большое строение. Но русская архитектура вот с таким устремлением вверх, с башенками, с куполами, которые напоминают свечу, это как раз то, что развивается именно в этот период времени, особенно вот в северных землях и выражение своей веры, в том числе и в архитектурных формах, стремление выразить влияние веры на искусство, на зодчество, на многие другие вещи, это тоже показатель углубления веры в те времена. Так что церковь развивается, церковь растет, Церковь аккумулирует определенные влияние, даже финансовые средства. И что любопытно, хотя монголо-татары ожидали, что вот такое вот церковное отделение от Запада будет им выгодно в политическом отношении, но церковь, накопившая серьезные средства, серьезные там человеческие ресурсы, в том числе в своей среде, фактически становится основанием и для борьбы против монголо-татар. И если говорить об этой борьбе, то одно из самых значимых имен здесь это Дмитрий Донской. Помните Куликового Сражение. Дмитрий Донской, он воспитанник митрополита Алексия. И фактически, когда Дмитрий Донской получил свое княжество, он был еще ребенком, и митрополит Алексий был регентом при нем, и фактически руководителем государства. Тут, может быть, стоит пояснить, что почему митрополит, собственно, оказался в Москве, хотя он и митрополит был Киевский, но Киев был разорен во время нашествия, и митрополиты вынуждены были переместиться сначала в псковские земли, которые меньше пострадали во время нашествия, и потом постепенно митрополиты переместились в Москву. И вместе с перемещением митрополитов в Москву фактически и статус князя московского возрос, и московский князь, как князь территории, где находится митрополит, в каком-то смысле был первый, был старший среди остальных русских князей. И вот при митрополите Алексии в Москве, воспитанный им Дмитрий Донской, Фактически это все создало некую базу для борьбы против Монголо-Татар. Было куликово сражение, было, конечно, много еще других сражений. И после этого сражения формально Иго еще продолжалось практически 100 лет. Но, по крайней мере, с этого момента начинается борьба. Поэтому церковь в времена... Дмитрия Донского при Алексее становится действительно важной и еще общественной силой в том обществе. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. В это же время живет и известный, и знаменитейший русский святой Сергий Радонежский. Мы с вами уже его упоминали чуть-чуть, когда говорили об исихазме, об исихазской традиции. Действительно, он учился в Греции, на Афоне, и принял этот стиль монашеской жизни. И мы с вами говорили, что, с одной стороны, исихазм – это некое особое самоуглубление, с другой стороны, этот эсихазм дает человеку ощущение определенной ценности, его самого как человека, отказ от униженности, очень типичный для того общества. И Сергий, помимо серьезного духовного делания, помимо организации того, что сейчас известно как троицко сергиевая Лавра, он занимается достаточно активной и общественной деятельностью. Его общественная деятельность направлена на укрепление церкви и его общественная деятельность направлена в том числе и на укрепление княжеской власти, на укрепление власти князя Московского, вплоть до того, что Сергий отправляется в Новгород, который не подчинялся Москве, не желал подчиняться Москве, и может быть не очень красивое дело но запрещает всякую церковную службу в этом городе. А если вы знаете, можете представить себе жизнь того времени, церковная служба — это же и родился ребенок, его нужно крестить, умер человек, его нужно отпеть, захотели в брак вступить, нужно совершить от брака, обряд бракосочетаний и так далее. Отсутствие церковных служб останавливает практически всю жизнь общества, и поэтому это было всегда очень сильное мировоздействие, и новгородцы передумали, покаялись, и, в общем-то признали а, власть а, московского князя. Поэтому церковь и в лице таких людей, как Сергей Радонический, способствует развитию русского государства и через это тоже обретает дополнительное влияние. А, так что с одной стороны, конечно, монголо-татарское нашествие трагедия, но с другой стороны, именно благодаря монголо-татарскому нашествию мы можем говорить о церкви как церкви как о действительно значимой и общественной и духовной силе в российском обществе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.